Настоящий праздник для жителей микрорайона Киселевичи. В торжественной обстановке открывается 86-й детский сад. Почетных гостей встречают улыбки маленьких бобруйчан. Администрация города и области вручают заведующему сертификаты на спортивное оборудование и укрепление материально-технической базы. И, конечно, ключ от чудесного мира детства. Наступает радостный момент – перерезание красной ленты. Это знаковое событие для города Бобруйск, особенно для этой микрозоны. Киселевич – это растущий микрорайон. Мы уже в этом году открыли здесь улично-дорожную сеть. И, конечно, большой-большой подарок для наших жителей – это строительство детского садика. В садике с комфортом располагаются 12 групп. Для 230 ребят учреждение станет местом веселых игр и увлекательных занятий. Для развития и обучения созданы все условия. Каждый день уже расписан по минутам. Есть время для комфортного сна и для вкусного обеда. В восторге не только воспитанники, но и их родители. Садик очень понравился. Все современно, уютно, честно. Очень красиво. Мне понравилось очень оформление, дизайн стен. То есть каждая группа по-своему очень красиво оформлена. Особое внимание спорту. На радость малышам красочный бассейн и два зала – физкультурный и гимнастический. Для занятий есть все необходимое – качественное оборудование, многообразие инвентаря и коллектив профессиональных воспитателей. Детки занимаются ежедневно, и занятия проводятся в каждой возрастной группе. Мы подбираем под каждого ребенка насыщенное занятие, проводим различные мероприятия. Первый в городе уникальный компьютерный кабинет станет для ребят отличным спутником в мир знаний. 5 моноблоков, интерактивный стол и десятки игр для развития логики уже приковывают внимание любознательных малышей. Но и это далеко не все сюрпризы. Есть у нас комната объединения по интересам, где проходят занятия с детьми творческого направления, центр народных ремесел, где дети могут изучить историю творчества наших предков. Ценный подарок в преддверии самого главного политического события года, словно напоминание, единый день голосования, возможность и дальше выбирать комфорт для себя и своих детей. Благодаря таким презентам маленькие бобруйчане с детства привыкают к качественной жизни. А взрослые могут быть уверены, если государство дает обещание, то всегда обязательно его выполняет. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.